обнаружить и изолировать зараженных коронавирусом на раннем этапе. Такую цель перед собой поставили в азербайджанском Минздраве. Для этого при министерстве создали специальные рабочие группы. Пункты по выявлению инфекции на ранних этапах уже появились в десятках столичных медицинских учреждений. Их уже обеспечили всем необходимым. Это специальное оборудование, спецодежда, препараты, тесты. Обращаться в эти пункты граждане уже начали со вчерашнего дня. Некоторые граждане ввиду легкого течения заболевания и лечения проходят на дому. Тем не менее, все они находятся на учете у Минздрава. Состояние здоровья граждан, проходящих лечение дома, находится под наблюдением. Если наблюдается отрицательная динамика, больных врачи осматривают повторно и решают, разрешить ли гражданину продолжать лечение в домашних условиях или госпитализировать его. Обязательной госпитализации подлежат инфицированные граждане, которые проживают совместно с пожилыми, страдающими хроническими заболеваниями людьми или же беременными женщинами, а также те, кто в силу технических причин наладить регулярную связь с лечащими врачами не может. Нарушителям режима изоляции грозит уголовная ответственность. Медина Гурбанова, CBC.